Итак, здорово, Ютуб, быстренько вкратце объясню ситуацию. Короче, выставил куртку просто ВКонтакте. Пришел продать куртку, короче, не суть, она не подошла мне по размерам, короче, продаю ее дешевле, за 1600 рублей выставил сраную куртку. Вот с чего мне пишет какой-то хуй в WhatsApp, типа, ебать, сейчас посмотрим, ебать, не проблем. Какой-то хуй мне пишет ВКонтакте, типа, здравствуйте, мне супруга отправила ваш контакт, вы куртка зима-осень, короче, не суть, скинут мне какую-то непонятную ссылку. Вот, типа, ебать, ссылка, все бы охуенно, да? Короче, получить 1600 рублей. Вот, тебя перекидывают на страницу карты. Окей, получить 1600 рублей. Получить. Введите номер карты, я ввожу номер карты, он, скиньте сумму, ну, покажите, какая сумма у вас есть для подтверждения, то, что вы, типа, не бот. Я пишу сумму. Моя сумма, там, похуй, 86 рублей. После чего он пишет, точнее, это хуйня мне пишет программа, я не хуй знает, Юла пишет, чтобы ваша сумма... прошла, сумма должна быть больше или равна этой же сумме. Я думаю, ну ебать, что за хуйня? Пишу в поддержку, хуй с ним, написал в поддержку. Пишу, ебать, какого хуя? Можешь типа мне ебать ответить? Поддержка, блядь. Все. Ау, нахуй. До свидания, нахуй. А если у меня нет денег, где мне их нахуй взять? Выслать, что ли? Окей. Прошу этого чувака скинуть мне скрин оплаты. Что он мне скидывает? Сейчас посмотрим. Так. Тиньков, блядь. 1600, сумма. Короче, бля, ребят. Я все понимаю, конечно, но типа клянусь вам нахуй, вот базарю нахуй, это ебаный фотошоп, блядь, я базарю нахуй. Брат, иди сюда, смотри. Ну чё нахуй? Ну камон, блядь. Чё это за хуйня? Я не знаю, это хуйня какая-то, мне просто пытаются наебать нахуй. Бля, родной, ну это, блядь. А чё он тебе скинул? Типа на оплату. Типа, блядь. Чё за бред, блядь, у меня ещё блин приложение, нахуй мне скидывают скриншот оплаты. Пиздец, короче, ребят, меня пытаются наебать.